2017 объявлен в Беларуси годом науки. Главная цель – создание условий для сохранения и развития научного потенциала, особое внимание инновациям, международному научно-техническому сотрудничеству и взаимодействию науки с социальной сферой и экономикой. Сегодня Академия наук – это более сотни институтов и исследовательских центров различного профиля. Ученые сотрудничают с 90 Академий наук мира. Среди наиболее значимых проектов белорусских ученых – создание лекарств нового поколения, в том числе противоопухолевых. Новые перспективы для АПК открывают разработки и инновации в сельском хозяйстве. В 2017-м белорусские ученые обещают представить миру первый отечественный электромобиль. Продолжатся работы также по созданию нового спутника дистанционного зондирования Земли. На завершающей стадии – работы по созданию Белбиограда. Год науки обещает подтвердить имидж Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала. Традиции посвящать год какой-либо тематике уже более 10 лет. Так, 2003-й указом президента был объявлен годом порядка и благоустройства. Акция стала общереспубликанским масштабным проектом. Отныне каждый год в Беларуси делается акцент на определенные важные темы, а реализуемые в рамках года мероприятия позволяют решать глобальные задачи, поставленные на государственном уровне в обозначенной сфере.